Извините. Извините. Садитесь, Юлия Васильевна. Садитесь. Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги. А вы такая церемонная, что сами не попросите. Ну-с. Договорились мы с вами по 30 рублей в месяц. По 40? Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну, прожили вы 2 месяца. 2 месяца и 5 дней? Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям? Гуляли только. Да 3 праздника. Mm-hmm. 3 праздника. Далой, следовательно, 12 рублей. 4 дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались только с одной Варей. 3 дня у вас болели зубы. И моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 12 и 7, 19. Вычесть. Остается 41. Верно? Под Новый год вы разбили чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Но бог с вами, где наша не пропадала. Потом-с, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал свой сюртучок. Долой 10. Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалования получаете. Итак, долой еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей. Я не брала. Но у меня записано. Ну пусть. Хорошо. Из 41 вычесть 27, остается 14. Я только один раз брала. Я у вашей супруги брала 3 рубля. А больше не брала. Да. Пишите, у меня не записано. Долой 14,3. Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. 3, 3, 3, 1. И 1. Получитесь. Мерси. За что же мерси? За деньги. Но ведь я же обобрал вас, черт возьми! Ограбил! Ведь я же украл вас! За что же, мерси? В других местах мне и вовсе не давали. Не давали? И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок вам дал. Простите меня великодушно. Я отдам все ваши 80. Вон они в конверте для вас приготовлены. Но нельзя же быть такой кислятины. Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй? Мерси.